Всех приветствую. Продолжаем рассматривать работы художников и скульпторов Игнасио Вергара Химена, испанский скульптор эпохи барокко. Родился в Валенсии в 1715 году. Начал свое художественное обучение в мастерских своего отца Франсиско Вергары, который также был скульптором. Его брат Хосе Вергара Химена тоже начал свою карьеру там, но впоследствии стал художником. Другие люди, оказавшие влияние на него в годы становления, это Эвариста Муниоса и Конрада Рудольф. Я пользуюсь переводной Википедией. Был одним из основателей и генеральным директором Академии изящных искусств Санта-Барбара, который позже стал настоящей Академией изящных искусств Сан-Карлоса де Валенсии. Был почетным академиком настоящей Академии изящных искусств Сан-Фернандо в Мадриде. Его самая известная работа – портал во дворце маркизов де Дос Агуас по архитектурному проекту Ипполита Равир. Другие известные работы, все из камня, включают ангелов, почитающих Марию в Кафедральном соборе Валенсии, несколько работ в Иглесия де лас Эскуэлас, Пиас, статую святого Антония Великого в Иглесия де Сан-Мартин и Сан-Антонио и статую святого Бруно в часовне университета Валенсии. Он также занимался крупномасштабной резьбой по дереву. Все эти работы выполнены в стиле позднего барокко или рококо. Одна из его последних работ – аллегория короля Карла III, сопровождаемая правосудием и благоразумием. Во дворце правосудия содержит элементы, которые являются неоклассическими по своей природе. Умер художник, скульптор 13 апреля 1776 года в Валенсии. Ну, вот так вкратце из переводной Википедии о испанском скульпторе эпохи барокко Игнасио Вергара Химена. Пока-пока, до свидания. Смотрим работу.